Почему счастливому человеку не нужно подтверждение его правоты? Я об этом написал в книге «Красная таблетка». И смысл этого тезиса состоит в следующем. Если вы счастливы, вы принимаете других людей. И они могут быть с вами не согласны. Они могут придерживаться другой точки зрения. Но если вы внутренне спокойны, уверены в себе, вам не нужно, чтобы кто-то говорил: да-да, ты прав, как ты замечательно все вот делаешь, говоришь и так далее. Нужно подтверждение, нужно правоты человека, который сам не уверен в том, что он думает, в том, что для него важно, кто не уверен в своих целях. А если человек нашел ту внутреннюю гармонию, то нет нужды ему искать внешних подтверждений. В конце концов, они всегда находятся, потому что правота – это то, что приводит вас к правильным результатам. И куда лучше, если вас поддерживают в вашей правоте результаты ваших действий, решений, поступков, а вовсе не чьи-то высказывания на этот счет.